то самое место, в которое мне надо. Но сейчас, подождите. Так, стопэ. У меня нехорошее чувство, что я здесь была. Хотя, возможно, не была. Так, дверь заперта. Окей, я вас поняла, хорошо. Ну, тут прям видно, что райончик уже получше будет, да? Чем то, что мы видели до этого. Но все остальные двери закрыты, поэтому... 29 Pretty Orchard Street. This is it. What's in there for me? Не знаю. Здесь нас может ждать все что угодно. Ну да, тут вообще какая-то такая драка, походу, была. Хотя вон карты валяются, но при этом кровь. Вон и кровавые следы, тут кого-то убили, такое ощущение, что потом кого-то тащили, возможно, даже. Сложно сказать. Ну, давайте пойдем наверх. Пресвятые коровки. This window was shattered with violent force. А кто-то вывалился из окна. Я такая еще пытаюсь вот так вот выглянуть, как будто я что-то увижу. Ну, кого-то потащили вон туда дальше, явно. Ну, тут, кстати, много всего, много всякого лута, что, знаете ли, меня очень-очень радует. Единственное, только записок не так много, как мне бы хотелось, но ладно, что есть, то есть. Так. А еще мне не нравится, что тут очень открытое пространство. А, плюс квесты и система диалогов построена так, что реально как угорелый носишься туда-сюда. Да, 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 да. А еще вот то, что ты в убежище ночуешь, у тебя постоянно меняется типа состояние людей в разных районах, и тебе нужно постоянно к ним бегать, чтобы их вылечить. Это просто, господи. Так, ну ладно, у меня странное чувство, сейчас будет драка, да? Нет? Как это нет? Я была уверена, что тут будет драка, потому что здесь как-то все очень... Очень не очень. И, блин, ну ладно. Не, конечно, это хорошо, что тут нет драки. Я просто думала, что здесь будет какой-то мини-босс-файт, как минимум. Вот. Сказала два раза как минимум. Ну ладно, ничего страшного. Сколько у нас то времени? 11 часов? Ну ничего, еще побегаем. Так, там вон люди. А мне нужно по сюжету куда-то вон туда. Там кровушка. А там вот люди. Это у нас уже типа выход, наверное, да? Да, это выход из района. А мне нужно идти по кровавому следу. Ой, давайте пойдем. Сейчас человек отвернется. Нет, он, естественно, не отвернется, скотина. Ах ты, сволочь такая. Вот не знаю, мне вот эта обилка с когтями очень нравится. Драка только с боссом, но до нее пока рано. Слава богу. Просто слава ситам. Требуются медсестры. Окей. So much blood. Whoever was killed got dried out. Так, ну кровавый след продолжает тянуться. Карантин инфлюенса. Ага, ясно. Да, я там увидела чувака с... Ой, так, это у нас Пембургская больница, то есть это я с другой стороны просто. Я увидела там чувака с крестом, я просто не хочу к нему идти, ненавижу их просто. Так, а здесь я могу переходить на другую сторону теперь. Очень удобно. Ну, у меня нет выбора. Мне сейчас придется с ними драться. Впрочем, как всегда. У меня всегда вот это вот. Мне всегда приходится драться с людьми, с которыми я не хочу драться. О, давайте, давайте попробуем. Ху-ху-ху! Вау, вау, вау. Это было так круто, ребят. Это было очень круто. Очень круто, но... Мне пора. Мне пора валить. Но это было очень круто. Мне понравилось.
Я наконец-таки завязала эту обилку. Боже, боже, боже. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так, спокойно-спокойно-спокойно-спокойно. Все, сдохни, сволочь, сдохни. Ух! Мне просто нужна его кровушка. Вообще, еще немного и встретишь убийцу. О, прикольно. Прикольно, прикольно, прикольно. Я прям, я в предвкушении, если честно. Мне очень интересно, кто это будет. Ну, вот эти, конечно, разводы крови, это что-то просто, ну, блин, это пипец, что-то странное. Так, что это у нас? Ох, женщина. Ульта — это одна из самых зрелищных. Прикольно, то есть я ее не зря взяла. Но она крутая, прям мне нравится. И на нее, вот я не заметила, но, по-моему, на нее тратится не так много крови, как могло бы. То есть в целом все окей. Ну ладно. Only a golden watch in her pockets. Возьмем часы, конечно. Вот только собираешься перейти от нытья в Варкрафте к второсортным каламбурам, а тут уже 11 часов. Ну да. Не, начинай, давай. Я давно не слышала твоих каламбуров про ноги. Можешь сегодня про руки поговорить, или про головы, или что тебе интересно. О чем вообще у вас нынче разговаривают в обществе анонимных андедов? Her shoes and clothes are quite worn out. А вот роза меня смущает. Меня очень смущает роза, на самом деле. This is the very flower my mother tossed on Mary's coffin. Someone is targeting my family. Цветок Мэри. Господи, это было очень неожиданно, я аж испугалась. Right then. Так, за нами какая-то баба следит. Причем у меня есть нехорошее предчувствие, что эта баба следила за нами в убежище помойных скалей. Ну вот у меня очень нехорошее предчувствие на этот счет есть. Может быть, это и не она, но мне все же кажется, что она. Так, в дом здесь не зайти. Вроде все мы здесь осмотрели. Ну, пойдемте. Какая-то очень странная женщина. Очень непонятная. Whitechapel Street. Слушайте, а вот здесь я была уже. Я была в этом доме, как мне кажется. Может быть, и не была, но этот дом очень похож на дом, в котором я уже... Нет, все же я была здесь. Господи, да что ж ты делаешь-то, господи, женщина? Хватит мне так, со мной так разговаривать, это же стрёмно, писец просто. Это реально какая-то вампирша. I won't let you escape. У меня нехорошее предчувствие, что... Very fast, but I'll catch you. У меня очень нехорошее предчувствие, что эта тёлка, она... может быть, она из этого клуба Аскалон? Тут был лучший праздник в году, единственный день, когда я могу выбраться из склепа. Да, она их всех завалила. Причем так быстро. Она ведет меня на кладбище. Слушайте, а прикиньте, сейчас вот эта баба-вампирша. Ну, она вампирша, судя по всему, потому что она телепортируется. А прикиньте, она сейчас
нашу сестру из мертвых поднимет. Я туда вообще охренею, если честно. Игра внезапно в хоррор превратилась. Ну, мне не страшно, честно скажу. Мне вообще не страшно. Ну, то есть как, ну я дергаюсь от неожиданности, да, но вот чтоб как стрёмно, как мне было в Alien Isolation, нет. Нет такого ощущения. Но мне не нравится, в принципе, то, что происходит. Это как-то не очень. Ну, видите, да? То есть, блин, нас просто встречают одни только трупешники. Что, однако, не очень хорошо. Она реально убила всех, кто встретился ей на пути. Скали, не скали, похрен, она завалила всех. Не, мне-то от этого только хорошо. Мне не нужно тратить на них ни патроны, ничего. Ты даже не представляешь, насколько горяча в догадке, но нет. Так, это что? Вот это вампирша, это наша сестра? Только не говори мне, что это наша сестра. Это вообще тогда убийца не встать. Но мы идем не в ту сторону. Так. You, what have you done? Vicka Larrabee, what happened? Demon, Hell Scourge, son of perdition. Vicka, Vicka, Jonathan's no demon. He's just a soul, returned from the dead. Нет, но я знала. Я догадалась, охренеть. Oh, precious brother. What is mother doing here? А у нее упоролось платье. Увидите, как она упоролась, господи. Обалдеть. Say hello to your son. Hello, Jonathan. Боже, боже. What do we have here, mother? The prodigal son has lost his tongue. Our Jonathan always had the first and last word at dinner. The entertainer, the star of our show. I'm sorry. Let me explain. Shut up. It's my turn to do the talking. I have this nasty hole in my chest, Johnny. It needs to breathe. Роза могла быть подсказкой изначально, но я подумала об этом. My prayers went so long without an answer. My husband killed in France. My child carried away by the flu. My brother promising to return in his letters, then disappearing in thin air. I went from hospital to hospital, cemetery to cemetery, grave to grave. I've lifted every stone in London, searching for an end to the nightmare. And there you were, in front of me, on a dark pier. The hunger had taken me. The joy to have finally found you. I longed for your arms, a final happy ending to so much tragedy, to tell me all would be well again, as you did when we were children. It was this filthy dock where you greeted your sister. I dug. A tunnel from my grave with my fingers and teeth. Mary, I thought I had murdered you. I tried to end myself. We've been through the same horror. We are a disease, Jonathan. A sickness that corrupts all it touches. Видите, как у нее нога упоролась? Боже, боже. And all we kill. Look at me. Admire your ilk. I'm so sorry. Apologies will not suffice. I demand reparation. I want a miracle. Are you a miracle worker, Dr. Reed? No? I'll show you mine then. The family Reed, reunited and complete. Living forever in a red sea of eternal love. Time to go, mother. Say hello to my son for Mary, me. Wait. I have made friends
with vital knowledge. Vampires. We are not alone, Mary. With time, we can learn to live almost as we lived before. How long? What? How long will this masquerade continue? I've been watching you. All these knights in Whitechapel pretending you're still a doctor. You believe you're just fighting a disease. But it's you, the disease. Jonathan, you! I'm a scientist. I'll find a solution. Let our mother go, please. You're always the one to sway me to reason, Jonathan. But before, your motivations were always pure. Now you're tainted. Let her go! She has no part to play in this. Very well. Have you heard our good doctor? You can go home, Mother. Go home and rest in peace. Yes, I'll go home and rest. It's so easy to make them obey or forget, puppets for our pleasure. I've seen you have your fun. You are mad. So that's what I am, Doctor. Mad. I was beginning to wonder. I've been hearing these voices in my head. One in particular. That of my dead brother. This is the reason I must kill you. Not for your betrayal. Not for our poisonous kiss. Not even for the lies you tell yourself. No. It's so that smooth and wicked voice will stop ringing in my ear. Серьезно? Мы сейчас будем с ней драться? No, don't. Боже, боже, боже. Да ладно, мы будем драться с собственной сестрой. Ядрите вашу налево, серьезно? Я не думала, что я его убью. Я не думала, что убью его. Фига, вот это было очень красиво. Вы гляньте, что она делает. Она выращивает кровавые розы. Господи, это так красиво, боже. Ох-ох-ох-ох-ох. Ну, это жесть, конечно. Ох-ох-ох-ох. Nation.
Come to me, Jonathan. Brother, it's time to bring this conversation to an end, forever. You know I will not play this game. Calm now, Doctor. Like a rabid dog. Or think you're performing an autopsy. Don't be ridiculous. I'll kill them all. The kind Dr. Swansea. The sweet little lass with hair of red. I am the Harbinger, bringing your punishment. Mary. Don't you see? This is not me. Flesh that never ages. All nightmare, no dream. Bring it to a close. Let me sleep. I will find a cure, Mary. I swear it. Then, at last, I can forgive you. Обалдеть просто. Просто обалдеть. Ну тут разработчики накосячили на самом деле с ее обращением, ведь превратить в вампира значит напоить кровью, а мы не поили. Либо кто-то, либо косяк. Да, я об этом тоже подумала. Истеричная женщина, скорее познавшая правду. Вообще она реально могла ее съесть. И тут самая крутая мелодия в битве. Ну, да, она, по идее, могла убить свою мать, но, наверное, все же в ней осталось хоть что-то человеческое. Ведь она попросила Джонатана убить ее. Ну, это, конечно, жесть, жесть, просто жесть. Получено достижение Ава Мария. Пара дней позже. I realize the entire world now revolves around this singular word. The epidemic that has stricken London is not the Spanish flu. It is transmitted through the blood, via violent biting, turning survivors into frenzied immortals. I am Dr. Jonathan Reed. I am a vampire, born anew into an age of death and pestilence. While plotting factions close in around me, I am sworn to find the source of this epidemic. I am convinced greater perils are still to come. I know the answers I seek are hiding in our blood. Вот эти заставки черно-белые мне прям нравятся. У меня есть теория насчет того, кто ее напоил кровью, но это пока со спойлером связано. Но нет, есть другой вариант развития, сестра кусает мать. А, прикольно, то есть у нас как-то еще по другой немножко ветке пошло, да? Приглашение леди Эшбери. Дорогой доктор Рид, надеюсь, это письмо уже у вас, ведь мне нужно как можно быстрее поговорить с вами. Ситуация в Вест-Энде развивается стремительно, и я убеждена, что теперь всем нам грозит опасность. Стражи Привена начали в Лондоне великую охоту, и уже несколько ночей подряд они активно ищут и убивают эконов. Недавно ко мне обратился лорд Редгрейв, президент клуба Аскалон. Аскалон. Он желает немедленно видеть вас. Пожалуйста, приходите в мой особняк в любую ночь, когда вам будет удобно. Мы должны все это обсудить. К этому письму я прилагаю официальный пропуск, который позволит вам преодолеть все карантинные заграждения и блокпосты. Ваш друг, леди Эшбери. Это уже что-то новенькое.
Это уже что-то новенькое. Да. Так, образец густой крови исследовать. И мы с вами получили нормальную, хорошую сыворотку крови, которая восстанавливает 50 единиц. Но у меня пока что есть... есть ресурсы только на слабую сыворотку. Ну и ладно, ничего страшного. Так. Я думаю, что нам с вами, наверное, надо прокачаться. Хотя, не знаю. Так, нужно поговорить с доктором Свонси. Ни с кем другим больше разговоров вроде как нет, поэтому давайте пойдем пообщаемся с доктором Свонси. Ой, пардон, я забыла включить вебку после кат-сцены. Поговорим с доктором Свонси и будем уже на сегодня на этом заканчивать, потому что уже практически половина 12-го и надо сворачиваться. Дядя, ты б знал, что сейчас произошло вообще. Я просто, блин, я в офиге. Просто жесть. I was conducting research in my room, away from the nightly routines. Of course. Worry not, I understand. Мне нравится мелодия, которая начинает играть у него в кабинете, она классная. I won't deny it, but we still stand. What news do you bring? The news is not good, my friend. We try to keep the epidemic at bay, but street violence is escalating quickly. How bad is the epidemic? It is killing the infected patients faster. In less than 2 days now. The only blessing is that they are contagious for a shorter period. Tell me more about the violence. Jeffrey McCallum seems to have sent his war dogs on a hunt. On a nightly basis, Prewen patrols exterminate every skull and vampire they find. Have they come closer to the hospital? No. They mainly focus on fallen districts or abandoned buildings. But they're growing in numbers. They must be recruiting heavily. Have you any reliable friends in the West End who might assist me? Unfortunately, you will be alone. Except for our ravishing red-headed acquaintance, of course. What about the Brotherhood of St. Paul Stoll? Where are they? There are only a few of us, and most others would not speak to you. I am the black sheep of our brotherly flock, you know. Довольно забавно. Вот на английском звучит как black sheep, типа черная овца, но переводится как белая ворона. Это прикольно. What of my commission here at Pembroke Hospital? Nothing to fear, Jonathan. Your position here is in no jeopardy. You remain one of us, and you are always most welcome. В целом она хорошо отражает всю натуру Свонси. Ну, да, я соглашусь. I have received an alarming letter from Lady Ashbury. She wants me to meet her at her house. I have been granted safe passage. Then you are twice fortunate. I have never been invited to the lady's mansion. And with the quarantine and controls, city access is nigh impossible. Is the quarantine serving any purpose? It is helping slow the propagation of the epidemic. But as long as we have no clue to its origin, efficiency is limited. Why have you never entered the lady's house? You are one of her good friends, are you not? My dear Jonathan, you have no idea how reclusive the good lady normally is, nor in what great esteem she must hold you to let you into her domain. Mm-hmm. Я тебя поняла, спасибо. Так, ну ясно, ясно, ясно. Хорошо. Давайте тогда на этом заканчивать. Ну вот, в следующий раз мы с вами, ой, так, сейчас, во, мы с вами пойдем тогда в следующий раз в особняк леди Эшбери, вот, будем разбираться с ее, собственно, проблемами, что там у нее случилось, вот. Потому что там явно какие-то очень, ну прям, да, какие-то прям вообще не очень хорошие вещи происходят. Но вот что-то с ним не так, не может он быть простым персонажем. Ну да, он в принципе, как и все другие персонажи, что-то скрывает, что-то не рассказывает нам, что-то утаивает, это вполне нормально. Но в целом мне этот доктор Свонси нравится, потому что он первый наш союзник и он прикольный. Вот. Спасибо, ребят, что пришли на сегодняшний стрим. Завтра у нас что? Завтра у нас суббота. Возможно, завтра продолжим. Я об этом всем, если что, обязательно напишу.
Вот, на этом пока что все. Всем большое спасибо за просмотр, ребятки. И всем пока-пока.